День добрый, дорогие наши друзья! Перед нами японский трактор Исеки Сиал 23. 4 ВД, мощность двигателя 23 лошадиных силы, двигатель трехцилиндровый. Передний размер шин 7х14, состояние шин. Задний размер шин 9,5х24, состояние. Так, год выпуска. 24,7 это шины, 24 размер, ширина 7 дюймов, 7 месяц, 91 год, Japan, Япония. Все современные датчики, регулировки фрезы. Механика, 3 скорости пониженных, повышенных, ПТО, вал отбора мощности, ну как бы говорят, фреза, 3 скорости, быстрый разворот, подъем фрезы, лепесток, свет, поворотники, сигнал, педаль сцепления левая, без сдвоенных, тормоз. 4 ВД, блокировка пяточкой правой ноги, это блокировка задних колес. Навеска универсальная, трехточечная. Гидроцилиндр наклона фрезы. Фреза на этой модели стоит узенькая, 1,40 м. Гладилки по краям, также посередине уголок. Ставить распашник. Опорные колеса, цепь находится сбоку. Такой трактор считает, такая фреза считается надежным. Состояние ножей. Электроника на плавающий режим фрезы. Так, сейчас двигатель посмотрим. Немытый, как и есть. Радиатор, спереди аккумулятор. Стоит два насоса, один на гидроусилитель, один на подъем фрезы. Все шильдики. Вот. Не крашен. Состояние очень хорошее. Первая скорость фрезы. Вторая скорость фрезы. Третья скорость фрезы. Угол наклона. Угол наклона. Гидроцилиндр. Проедем. Первое.
задняя. Рулит гидроусилителем. Все одной рукой.